Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор очередного заказа из каталога номер 15 компании Oriflame и из каталога Premier Club, тоже от компании Oriflame. Честно говоря, я уже сбилась со счета, какой это заказ, но это тоже, я думаю, не последний заказ в этом каталоге. Итак, что же я заказала и откуда берутся заказы, сейчас все расскажу. Расскажу некоторые лайфхаки, которые вам помогут увеличить вашу клиентскую базу и объем заказов. Вы же знаете, что это выгодно. Итак, первое, что я вам покажу, это моя хвальбушка. Подарок, который я получила от компании. Мне были начислены еще баллы дополнительные по акции. Не помню, как она называется, но классная акция какая-то у нас проходила. И это спонсорские баллы. Сейчас, секунду, распечатаю. Я их поменяла на продукцию. Ох, как открыть-то. Запечатано на 7 звонках. Меняла на полотенчики. Честно говоря, это очень приятный сюрприз. Они пришли в красивой коробке. Я, естественно, их уже доставала, смотрела. Два полотенца поменьше, но я не скажу, что они маленькие. Они вот такие огромные, просто классные. По качеству необыкновенные. С одной стороны, как велюр такой, с другой махрушечка. Я думаю, что это будет мое самое любимое полотенце. Никому не дам, буду сама пользоваться. Еще одно точно такое же маленькое. Такое маленькое, не буду разворачивать. И одно просто огромное. Она практически во весь мой рост. Такое вот большое, красивое. Мне очень понравилась расцветка. Ну, естественно, я буду пользоваться уже только в новом доме. Пока это спрячу, знаете, я как будто все приданное собираю. У меня халат новый, тапочки, полотенчики, постельное белье лежит от компании тоже. Всякая техника бытовая, да, такое будет приданное. Потом уберу. Все, очень красивый набор, я просто в восторге, всего за 200 баллов спонсорских. Ну, тут, как всегда, накладные, какие-то пробники. Я не помню, выписывала я их или в подарок положили. Да, это в подарок. Два пробничка помады и один пробничек S8 парфюм. Ну, я кому-то подарю, я обычно пробники раздариваю клиентам. И в заказе у меня, считайте, медовые кремы. Раз, два, три, четыре. И это еще не все. Сейчас я в другой коробочке посмотрю. Так, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Оп. Итак. 10 медовых кремов и 5 вот таких вот больших пен для ванн Sparkling Collection. Шикарная пена с ароматом шампанского, мне очень нравится. Я ее пользуюсь, кстати, как гелем для душа. Она очень концентрированная, вообще очень вкусная, классная пеночка. И можно ей просто купаться, как бы это нормально, как бы, ну, не запрещено. Откуда этот заказ? Кстати, это еще не все. Это заказ одной клиентки. Наверное, все. Итак, это лайфхак, который я вам рекомендую использовать. Берете каталог, идете в гости и спрашиваете у своих знакомых, планируют ли они поздравлять кого-то из своих знакомых, близких, коллег по работе с Новым годом. Если они говорят, ну да, конечно, вы спрашиваете, а на какую сумму ты планируешь делать подарки? Может быть, мы что-то подберем из каталога? Вот так вот я приняла заказ, то есть моя подруга заказала для своего коллектива и для подружек 10 кремов медовых и 5 пен для ванны. Этот заказ получился, по-моему, 60 баллов. Ну, вы можете сами посмотреть, каждый крем 4 балла, это 40 баллов, и пенка дает, по-моему, где-то 5 баллов и 5,5, 25, да, больше 60 баллов, не буду искать. Посчитайте, сколько у вас знакомых, и все они будут как сумасшедшие бегать по городу, искать подарки для своих знакомых, подарки здесь. Да, приучайте людей покупать подарки с умом, грамотно и без беготни, без суеты, и покупать нужные подарки, потому что когда люди дарят подарок, статуэтки каких-то хрюшек, там, зверюшек, которые, в принципе, никому не нужны, они будут просто пылиться, стоять на полочках.
это приносит мало удовольствия. А когда вы дарите, например, такую шикарную пену для ванн, которая действительно человеку нужна, она ему прослужит долго, он будет радоваться, она получает удовольствие, и каждый раз купаясь, он будет вспоминать вас. Это будет, конечно, полезный, классный подарок. Ну, продолжаем дальше. Что у меня еще в заказе? Это вместо платы за доставку я взяла кондиционер для окрашенных волос. Я его уже раньше брала, классный кондиционер, а кондиционеров у нас всегда уходит очень много. За спецпредложение я заказала, то есть из каталога премьер-клуба, 3 пудры. 2 себе, 1 под заказ. Пудра из Иван, рассыпчатая, классная пудра. Одну взяла светлую, прям прозрачную, и 2 средних. Просто волшебная, великолепная пудра. Пудры много не бывает, поэтому я заказала сразу 3, там огромная скидка. Так, эта коробочка пустая, а в этой коробочке у меня подарок. Сейчас тоже буду хвалиться. Прямо сейчас у нас проходит акция за каждого новичка, которого вы приглашаете в компанию. Если он размещает заказ на 50 баллов, то вы получаете за такого новичка набор продукции. Вот мне достался 4-й набор. И что в него входит? Давайте вместе посмотрим. Мне прислали, значит, тушь термостойкую The One. Очень классная тушь с маленькой с тоненькой кисточкой. Золотистый лак, очень красивый цвет. Кстати, у меня одна клиентка спрашивала такой лак. А мне прислали помаду. Давайте посмотрим, что здесь за помада. Я еще не смотрела, кстати. Класс! Это, наверное, да, лаковые помады. О, мне очень нравится. Такой у меня, кстати, не было помады из этой серии. Не вижу код какой-то. Тут меленько-меленько, но очень красивый оттенок, такой малиновый. А вот это спрей для фиксации макияжа. Кстати, очень нужная вещь. Мое любимое средство для снятия водостойкой косметики и парфюм. Представляете? Women's Collection Innocent White Lilac. То есть это с ароматом сирени? Класс! У меня тоже его просили. Вот такой набор, представляете, 6 продуктов за то, что я пригласила человека, тем более это был вообще человек, который сам хотел в компанию. Человек сделал заказ, получил парфюм, а я получила вот такой вот классный набор. Ну и тут у меня еще тоже каталог подарок в компании. И журнал с новой ювелирной бижутерии, которую я очень хочу быстрее посмотреть и обязательно выпишу себе, ну, один комплект, это точно. Вот такой у нас обзор, маленький лайфхак вам подарила. И желаю вам успехов, удачи. Обратите внимание, с 12 ноября будет новая акция, с 12 по 15. За каждый заказ 50 баллов вам вкладывают подарок, комплимент от компании. Поэтому участвуйте во всех акциях, получайте подарки и удовольствие. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!